Футбольный клуб «Шериф» выиграл чемпионат Молдавии еще в конце мая, а медали и кубок вручили только накануне. Церемония прошла при пустых трибунах на главной арене. После «Желто-черные» сыграли последний контрольный матч против «Милсами» из Аргеева. Выиграли 2-0. «Луванор» забил свой первый мяч после возвращения в Тирасполь. Еще один гол на счету Амина Талала. Дальше у команды Роберта Бардина официальные игры. 12 июля играют на выезде против румынского «Фарула» в первом туре квалификации Лиги чемпионов а 18 июля ответная игра в террасполе на главной арене спорткомплекса шериф начало в 2000.